На первом юмоше, на 102-м пикете, который день подряд бурятся вагоны самоставами, машинисты на карачках, ёшкин кот. А метров 100 дальше порыв, лужа по колено, но стасики уже ставят хомут на злосчастный порыв. Лужа высохнет, оставив осадок, а в забое хорошо отдыхаю там душой. И благодарить за это все, кого не знаю. С праздником, с днем шахтера, друзья!